решили сегодня сделать манта. Почистили лук. И сейчас я уже режу потихоньку лук на манта. Одела маску. Хочу посмотреть, поможет что мне это нет. Правда, я сегодня не накрашена, а только помылась. Приступаем. Так, порезала я луку. Осталось здесь еще пару штук. Штук 5-6. Вот я уже порезала. Вроде пока маска помогает, а глаза токсина нет. Ну, есть так чуть-чуть, або не сильно. Так что будем до конца резать. Порезала я весь лук. Смотрите, все полно здесь в фарше. Это все на манты. Маска помогает. У меня глаза не слезятся. И лук, если ложишь в воду, она все... Смотрите, когда вода стала важна. Она как бы зеленоватая такая стала. Чуть-чуть. Все это горечь остается в этом воде. Поэтому я вам сколько? Почти 2 килограмма. Ну, полтора или 2 килограмма порезала лука. Так что даже не в одном глазу. До этого, когда я лук, первую головку почистила и начала резать, у меня сразу слезы потекли. Когда лук не лежал ни в воде, ни маски у меня не было, у меня сразу слезы от одной лука эти потекли. Сейчас я перерезала столько много и все нормально. Ладно, давайте, ставьте лайки. Пока-пока.